prošlom году ездил в Лас-Вегас. Я посетил моего друга Александра. Лас-Вегас очень интересный город, потому что можно пить на улице. Пить алкоголь. Это для меня очень странно. Но это город очень-очень-очень жаркий. Это да, друзья. Уф. Но не далеко от центра, мне кажется, очень обычный город. Ну, ладно. Я ходил на концерт группы Интерпол. Классно. И тоже я увидел каньон.